Записываю. Приветствую. С вами Павел Колесов. Я говорю с вами из Испании, с острова Тенерифе. И мы с вами начинаем разбираться, как можно развить свою интуицию. А как можно научиться получать подсказки от своего организма. И вам сейчас первое задание. Для того, чтобы вы могли развить свою интуицию, должны себя очень хорошо, очень четко понимать. А при каких условиях вы хотите получать ответы, подсказки от самого себя? А что должно происходить снаружи? Может быть, какие-то типичные ситуации, в которых вы сомневаетесь, вы не знаете, какое решение принять, и вы хотите получить подсказки от самого себя. А для чего это нужно? Для того, чтобы вы, когда вы окажетесь в такой ситуации, чтобы у вас ваша интуиция начала срабатывать. Вместо того, чтобы начинать думать мозгами, вы могли обратиться внутрь себя и получить подсказку. Поэтому, пожалуйста, под этим видео выпишите типичные ситуации или те обстоятельства, те условия, в которых вы хотите, чтобы у вас срабатывала ваша управляемая интуиция, те условия, в которых вы хотели бы получать подсказки от самого себя, чтобы проще, легче, быстрее достигать своих целей, тех результатов, которых вы на самом деле хотите. А что можно сделать еще для того, чтобы ваша интуиция начала работать еще лучше, мы будем говорить с вами в следующих видеороликах. Спасибо за внимание. С вами с Тенерифе, из Испании, Павел Колесов. До следующих встреч!